Yes, I'm signaling command from medevac. No, long-range transmission can get you compromised. Plus, they'd say no regardless. Expendable sound familiar. Yeah, if you want a career change for a B-movie action hero, I prefer leave no man behind. Stick to the plan. Find Yulianov and get him talking. He's a hard ass and he won't be easily swayed. This time, you'll need to hit a nerve. I had evidence his buddy screwed him. That's your best bet. Then the tanker. They used it for cold storage. Samples survive the sabotage. That's where they'll be. I'll handle it. Be ready to bail when shit hits the fan. I've reached street level. How you holding up? Been a while since I had to dress a wound, but I'll live. Make a pickup from a storage building half a click north of your position. Number of patrols is bound to take a turn for the worse, so watch your step. I'm on top of it. Radio silence for now. We'll talk once I get there. That's all of them. Reach the pickup. You mind explaining what the hell is going on here? Long
long story short, seems Central Command wanted to pull the plug on this place. So Somovich goes to the chief scientist, Ulyanov, saying he's got a contact to some organization interested in further development on the project. What Ulyanov didn't know is Somovich reverse-engineered the virus, making it possible to spread airborne, and secretly made a deal with these guys to rub the old man out. I was about to call it, but all hell broke loose ahead of schedule. It's on the tape. Proof of all I just said? Show it to him and use your judgment. Just get a name that's behind all this. Negotiation is not my area of expertise. I'll see what I can do. Что это было? Где? Вон там. Я видел движение. Это просто крысы. Не дергайся. Командир увидит тебя в таком состоянии, и ты покойник. Этот вирус? Правда? Нет, конечно нет. И не смотри на меня так, будто что-то задумал. Просто проверяю. Лучше перебдеть, ты же знаешь. Если ты будешь бдеть, наставив на меня винтовку, еще хоть секунду, клянусь, я вышибу тебе мозги на месте. Ну и темень тут. Ага. Интересно, как мы
должны охранять территорию, если даже собственных рук не видно. Разве подразделение G не должно было заняться проводкой? Они же все-таки техподдержка. G задницу свою не найдут, даже если от этого будут зависеть их жизни. Что? Разве нас всех не отбирали специально? Факт. Особенно технарей. Но отряд, который показывает худшие результаты, выкидывают из организации. Естественный отбор. Так всегда было. Не знал. Так что? Может, нам стоит применить инициативу и заняться проводкой? После тебя. Хреновый из тебя помощник. Ты не понял. Может, нам и надо бороться за то, чтобы остаться в организации. Но это не значит, что у нас нет определенных функций. Не говори, что мне оторвут яйца, если я займусь проводкой. Это напоминает мне о молодом новобранце. Не больше 24. Присоединился несколько месяцев назад. Был такой энтузиаст, что брался за любую работу. Чую подвох. Командир его группы приказал ему тренироваться с каждым подразделением, от которого он получал назначение. Так что у него было по 8 тренировок в день. Вот же дерьмо! И как долго он продержался? 4 дня. На 3 больше, чем стоило, я считаю. Парень выглядел как рудокоп из страны третьего мира к моменту, когда его отпустили. Так что, говоря проще, береги свою задницу и не выделывайся. Ладно. Тогда мы просто потянули в темноте. Черт, мы все не тут. Ага, интересно, мы должны охранять территорию, если даже собственных рук не видно. Естественный отбор. Так всегда было. Не знал. Так что? Может, нам стоит...